дорогие мои коллеги! Сегодня я хочу поделиться с вами с новым вязаным своим платьем. Оно красного цвета, связано иранской пряжей, связано крючком. И ажур. Я использовала ажур, который очень легкий при исполнении. И сделала необычный, очень необычный такой рукавчик, чтобы сделать его более красивым и нарядным. Сделала вот такой воротник. Воротник как хомут, но он немножко широкий и ажурный. Также я сделала необычный рукавчик. И сейчас я хочу вам с этим всем с вами поделиться. Здравствуйте, дорогие мои! Вы сегодня на канале Кыргыз, и я Нурия Исакова. Дорогие мои коллеги, по возможности я разложила платье на своем рабочем столе, и по возможности вот он у меня на стол уместился, как смогла, так я его уместила. Хочу вам сперва показать вот воротничок. Видите, воротничок? Воротничок, и значит, я заколола брошечкой просто для красоты и плюс, чтобы подчеркнуть, что это перед платьем. Потому что надо будет все время ориентироваться, и чтобы все время не смотреть, где перед и где спинка, я вот рекомендую приколоть просто брошечку. Она, во-первых, немножко украсит платье, а во-вторых, она будет указывать, что это передняя часть платья. Дорогие мои, вот смотрите, воротничок. Вот здесь на воротничке видно, что здесь есть росток. Я связала росток. Девчонки, смотрите, по рисунку, вот здесь по рисунку, есть вот это, где я сделала не на плече, вот не на плечах, не на плечиках я делала укороченные такие петли. Но если мы бы взяли бы вязание, да, спицами, было бы достаточно того, чтобы вот в плечиках потом здесь. Но я как сделала? Для того, чтобы сделать росток вот с таким ажурным рисуночком, я просто взяла вот здесь столбик, где было накид в 3, столбик в 3 петли, я просто взяла и в одну петлю сделала. Вот здесь видно. Видите? Вот здесь видно. Вот здесь раз ряд, вот здесь второй ряд, и здесь 3 ряда. Я вот 3 ряда, вот эти столбики, я просто не делала их прям вот в 3 петли. Я просто в одну петлю, с накидом в одну петлю брала. И получилось, что у меня вот этот рядик и этот рядик. Я его сократила, и за счет этого у меня получилось, что воротничок, росток все равно у меня получился. И все. Вот в 3 вот раппорта, вот здесь 3 ряда по раппорту, я не вязала петли в высоту, 3 петли, да, вот столбик с 3 петли, а просто по одной петле вязала. И получилось 1, 2, 3, и у меня за счет этого все равно у меня образовался росток. И очень красиво получилось, и не видно по рисунку. А так вот уже здесь я вязала по схеме, и по круговой. Потом самое главное уже вот в этой части, когда вы будете вязать, это я вот вам сейчас покажу рукавчик. Вот он, рукав. Идет рукав, и у меня увеличение петель идет за счет вот этой части. Вот этой части. Здесь, видите, я 3 петли беру, вот цепочку 3 петли. И опять за счет того, что у меня вот с этой стороны 3 петли, с этой стороны 3 петли, 3 петли, 3 петли, 3 петли прибавляется. И за счет этого у меня увеличивается сам рисунок. Это увеличивается не рисунок, а петельки. Вот смотрите. Берем вот это у нас
у нас идет регланчик. Вот он, регланчик идет. И мы с двух сторон прибавляем. Прибавляем вот так. Так. И здесь цепочка. И вот за счет этой вот ажурки, ажурной такой петли, у нас получается, что прибавляются петли. Вот видите, вот эти три стороны, вот три петельки, это прибавление. Получается прибавление. Мы каждый раз сюда прибавляем петельки. Прибавляется вот здесь прибавляется. Смотрите, вот здесь, смотрите, раз, два, три, вот это три остается, а вот с этой стороны три, она увеличивает. В следующий раз мы опять же берем уже вот эти три петли, видите, она уже на три столбика увеличила. В этой стороне опять вот эти три столбика увеличили три петли, это на три петли. Увеличили. Опять мы здесь набираем, здесь опять на 3. Вот эта часть, вот она, увеличение идет. Вот за счет трех столбиков в высоту увеличение идет в эту сторону, получается. И вот здесь тоже видно, вот она здесь, видите? Вот здесь мы 3 увеличиваем, опять же здесь мы в одну вот эту цепочку мы опять набираем здесь, 3 петельки сюда прибавляется, в этой стороне мы ничего не делаем, а вот с этой стороны эти 3 петли, вот эта петля ушла сюда на увеличение, вот 3 столбика ушли на увеличение, вот здесь 3 столбика ушли на увеличение. Здесь 3 столбика ушли на увеличение. И вот у нас за счет этого рисунок сюда уходит, и он увеличивается. Смотрите, она очень легко вяжется. Вот за счет того, что мы вот в эту одну цепочку, вот в эту одну воздушную петлю, из нее вот 3 вот эту вот ажур, вот этот сам, когда мы вывязываем. 3 столбика здесь у нас, они остаются по рисунку, а вот эти 3 петли, когда мы уже идем, уже вот когда обратно вяжем, мы вот эти 3 петли провязываем, 3 столбика провязываем и доходим до вот одной цепочки, вот здесь одной воздушной петли, из нее мы провязываем уже опять 6 воздушных петель и уходим в круговую. Когда мы обратно вот сюда приходим, мы вот эти 3 столбика провязываем, сюда заходим, где одна у нас воздушная петелька, из нее мы провязываем уже вот эту ажурку и уходим в круговую. Также вот в каждом плече мы так провязываем, и у нас за счет этого увеличивается вот число петель, которые у нас идут наперед и на спинку. Доходим до той высоты, длины, которая нам нужна. Я здесь взяла вот 28 сантиметров. У меня вот эта часть 28 сантиметров. Я дохожу, когда дохожу до этой длины, уже мы эту часть провязываем отдельно. Вот перед отдельно, спинку отдельно провязываем каждую часть. И потом, когда мы приходим уже к подрезу, мы в подрезе набираем петельки здесь. Я набрала 10 воздушных петель подрез для того, чтобы вот поместить, чтобы поместился вот этот ажур. Потом от рукавов мы будем это все провязывать. Здесь будет вот это расстояние, вот маленькое такое расстояние, 10 петель, это буквально здесь, ну, 5 сантиметров. И все, это подрез. Мы идем на подрез. Получается, у нас здесь по рисунку, получается, что мы в рукавах здесь, у нас было 6 этих столбиков,
длинных столбиков, с этой стороны 6, количество 6, и здесь у меня 10 столбиков, и получается, что 22 столбика вот здесь у меня идет на под, вот под, прям под рукавами, под мышками. Для чего я это делаю? Девочки, я делаю это для того, чтобы вот здесь я мне уменьшать, не вредя рисунку, я вот этой частью уменьшаю платье. Уменьшаю платье, и у меня здесь получается проймочка такая. Проймочка, она у нас выходит вот такой. Вот само платье, силуэт платья, вот силуэт платья, вот горлышко. Вот горлышко, идет рукав сюда, сюда идет рукав, вот он, рукавчик идет. Значит, вот в этой части мы закругляем, немножечко закругляем и идем на уменьшение. Платье должно уйти вниз на уменьшение силуэта. На уменьшение силуэта, вот. Вот такое. И вот эту вот круглую часть, чтобы вот эту часть нам провязать, надо будет... тут потом, конечно, я рукава довяжу. Тут я без рукавов вам объясняю. Вот эта часть, подмышками, которую часть, мы должны ее уменьшать. Я ее уменьшала, вот каждый раз, когда провязывала, на один столбик уменьшала, на один столбик через ряд уменьшала, и он у меня уменьшился вот до такой вот до такого вот, до, значит, здесь 22 столбика, и я здесь, значит, 20 столбиков уменьшила, в конце у меня здесь 2 столбика осталось. Вот, дорогие мои, это я объясняю вам насчет рукавов, насчет проймочки. И вот когда мы уже вот доходим до того, как мы начинаем здесь уменьшать, я платье здесь шире, здесь уже уменьшила только за счет того, что вот в этой части, вы видите, да, здесь 2 петельки, цепочка. А я здесь одну цепочку провязывала, уже когда перешла от рукавов к низу платья. И он у меня здесь заузился. Вот до такого состояния он у меня заузился. Просто берете, здесь мы вяжем по 2 цепочки, видите, 2 воздушные петли. А когда приходим к низу платья, вяжем по одной. И за счет этого количество петель уменьшается. Здесь уплотняется рисунок, становится плотнее. Это, конечно, часть колена, часть задней части нашей ниже талии. Поэтому здесь это для платья просто даже, как вам сказать, лучше так вязать поплотнее, чтобы платье там не растягивалось. А в этой части это нормально. Очень хорошо смотрится. Смотрите, видите, неплохо. А вот с этой части она смотрится плотнее. Все равно здесь поплотнее получилось. И за счет этого уменьшилось платье. Уменьшилось подол платья. Сейчас хочу рукав показать. Вот он. Смотрите. Здесь я завязала. Я его завязала. Сам он по себе рукавчик вот такой. Я сейчас немножко его отпущу. Вот он, видите? Вот он. Обычный такой рукавчик, колокол. Я рисуночек собрала, вот ажур собрала из кромочных. Вот здесь вот, где на подрез у нас 10 петелек было же, цепочка из 10 воздушных петель. Я сделала так, вот, чтобы рисунок был, ну, подходил рисунок. Получилось, что я вот в этом углу вот такой веер ажурчик связала и здесь. А вот здесь уже соединила, между ними соединила. И тут еще, и на плечике вот это удлиненный реглан погон, да, я думаю, терминологию я правильно говорю, вот он удлиненный идет, и вот прям посередине вот этот рисуночек должен быть посерединке. И дальше мы вяжем, вот этих рядиков с ажурами у меня 9,
И последние, когда вот смотрите, делаем 9, вот именно посередине вот эта вот ракушка, как бы ее, вот давайте я ее назову, такой ракушка, веер. И вот смотрите, этот веер-ориентир, этот веер-ориентир, и здесь же вот есть. И вот получается, что у меня получается вот, вот этот 5 таких ракушечек, вееров, и я вот 3 из них я связала цепочку из 70 петель воздушных. И это аккуратненько, аккуратненько 3 веера, просто через 3 веера соединила. И у меня рукавчик вот такой получился. Смотрите, вот он, рукавчик какой хорошенький. Вот. И с двух сторон он вот такой. Когда надеваешь это платье, оно очень красиво вписывается. Ну вот смотрите, вот, вот так вот вписывается. Вот такой рукавчик получается. Вот. Хочу остановиться на воротнике. Я начало вязания делала вот прям с воротника и вниз. Рукавчики отдельно, переднее полотнище, вот где у нас рукавчики, вот где плечо у нас заканчивается, это отдельно, спинку отдельно. Потом мы опять вот здесь же, где у нас подрез, мы там соединяем и здесь уменьшаем петельки, и у нас зауженный подол получается. В принципе, это платьишко не такое уж и сложное. И сейчас я хочу остановиться именно на вот этом плече. Вот конкретно сейчас мастер-класс хочу показать, как это плечо вязать. А так, в принципе, ничего сложного. Все вяжется легко. Единственное, вот здесь надо будет обратить внимание, а в остальном все это не так уж и сложно. И еще я хочу остановиться на вот на рукавчике. Он фонариком, смотрите. Когда у меня заканчивается рисунок, вот он, вот это воздушные столбики, ой, столбики, вот вверх поднимаются столбики, и между столбиками есть петля. У меня здесь одна петля, воздушная одна цепочка. Вот эту цепочку я в следующих рядах я его не провязываю. И за счет этого он в два раза у меня уменьшает количество петель. И получается вот здесь зауженный этот фонарик. Ну, в принципе, вы можете связать и манжеточку чуть-чуть подлиннее, но я не стала. Это я, разговор идет вот об этих цепочках. Вот об этих цепочках. Здесь, видите, 1-2, но я здесь в рукавах вязала только по одному, по одной, чтобы это, ну, сильно такой прям не делать открытый прям ажур, чтобы сильно вот такой прям не был. Я немножко вот здесь одну петельку я убирала. И в конце уже, когда провязываем вот этот ряд, следующий ряд мы провязываем уже без вот этих петелечек. И два ряда провязывать, если оно уменьшится в два раза. Давайте я сейчас вам покажу, как плечо вязать. И все, в принципе, платье готово будет. Только вот здесь самое сложное, это вот только плечи. Самое сложное. А в остальном просто набираете петельки, ажур провязываете, и все. А подол у меня вот такой вот, очень красивый. Вот такими зубчиками. Давайте я вот так отдельно вам покажу. Вот основной рисунок. Вот, мои дорогие, смотрите. Это вот начало. Видите? Это начало. Я прям взяла такие толстенькие ниточки, чтобы было видно. Вот, вот плечо. Вот начинается плечо у нас. И я набрала вот петельки, саму вот основу плеча, да, погон. И теперь надо вот, чтобы вот здесь прибавлялись у нас петельки. Я взяла плечо. Вот он идет. Вот здесь в углу я связала вот такой ажурчик. И каждый раз этот ажурчик, вот он, ажурчик,
будет у нас провязываться. Сейчас я несколько рядов провязала. Значит, берем раз, два, три, вверх поднимаем накид, и вот в эту прям в другую вот столбик снизу, он тоже должен быть столбик вверх вязаться. Делаем накид, сюда вкладываем это крючок и провязываем вот этот накид и саму основу. Теперь мы вот здесь, видите, вот этот рисуночек, видите? Теперь мы вот эти три петельки, три столбика провязываем. Он будет прибавлять нам петли. Вот он будет прибавлять нам петли. Теперь мы здесь провязываем. Вот он провязывается. Все три мы провязываем. Так, все. Вот эти, вот эти, они нам дадут, вот эти, из них мы потом будем, из этих, из количества вот этих петель, мы будем вот эти веера потом добавлять. Уже по рисунку. Вот, например, рисунок вяжется, вот смотрите, вяжется рисунок, по рисунку идет, и надо следующий веер делать. А по количеству у нас вот здесь уже подходит. Значит, мы в следующий раз веер вот здесь провяжем, вот в этом, вот в этой части. Смотрите, теперь я делаю вот накид. Вот она, вот это здесь одна воздушная петля. Я в нее и провязываю этот узорчик. Специально его провязываю. Так, три столбика вверх. Вот он, три столбика вверх. Вот три столбика вверх. Воздушная петля одна. И опять три столбика вверх. Вот он, три столбика вверх. Вот. Берем 3 столбика вверх, так, провязываем 3 столбика вверх, и уже вот эти 3 столбика мы не вяжем, мы их пропускаем, 1, 2, 3, и уже вот в крючок мы вяжем вот плечо, вот погон, сам погон платья мы провязываем, вот, например, если в погоне 10 столбиков, вверх, которые идут, мы 10 это количество не уменьшаем и не увеличиваем. Он у нас будет идти основным вот таким полотном. Вот здесь видите, вот это увеличение самого полотна. Вот здесь мы будем уже рисунок встраивать потихонечку, будем, когда будем вязать, мы будем встраивать. Главное, чтобы количество, вот расстояние на глаз будете смотреть, ага, вот мы идем, вяжем, доходим до плечика, да, и смотрим, ага, здесь мы можем уже один веер провязать, и провязываем. И так мы несколько вееров мы добавим, и у нас платье будет увеличиваться спереди и со спины. Вот, смотрите, вот само плечо я провязываю. Я думаю, что видео будет длинное, но кому это интересно будет, он посмотрит. Самые тяжелые это вот плечо, именно сам погон реглан крючком провязывать. Вот смотрите, я основное количество провязала. Теперь беру, вот смотрите, вот здесь раз, два, три. Видите, здесь была у нас одна воздушная петля. Мы туда встраиваем в крючок, оттуда опять провязываем тот же ажурчик, 3 столбика вверх и посередине воздушная петля одна, 3 столбика вверх и одна, вот одну воздушную петлю я провязала. Вот смотрите, теперь я вяжу вот с этой стороны, вот так вот, вот он, я вот так вот провязываю. Так, мы же идем на увеличение, правильно? Теперь я уже вот эти три я провязываю. Вот с этой стороны я не провязывала, а с этой стороны я провяжу, потому что нам надо было увеличить спинку и перед платьем. Количество петель мы увеличиваем, поэтому мы провязываем. Просто из-за того, что здесь эта толстая ниточка, я специально взяла, чтобы больше было видно.
она так грубо смотрится, но если будет потоньше. И вот провязываем, и здесь мы тоже основной рисунок уже провязываем здесь. Самое главное потом вовремя это ажур встроить вот в эти прибавленные петельки, в прибавленные вот столбики. В основном мы вот ажур будем вот здесь прибавлять. И смотрите, мы вот этот ряд мы здесь провязали, а второй ряд через один мы будем добавлять, а в следующем ряду мы ничего добавлять не будем. Не будем добавлять три, ну, не будем провязывать вот этот основной такой зубчатый, вот этот вот, видите, вот этот узорчик, мы в следующем мы будем его просто провязывать, не прибавляя три столбика. Чтобы у нас платье было спереди не сильно фолдило, прям сильно такое, мы будем очень аккуратно петли увеличивать, тоже надо в меру, и поэтому мы не будем провязывать. И вот получается, что вот эти 6 петель, видите, вот 6 столбиков, мы их не будем провязывать. Мы провязываем, вот здесь у нас уже 6, здесь мы вот в основную, вот эти... Мы здесь провязывали, в этом ряду мы провязывали, а в этом ряду мы вот эти столбики не будем провязывать. Мы просто вот в одну воздушную цепочку, вот эту петелечку, туда крючок, и оттуда мы начинаем вытягивать уже 6, провязывать 6 столбиков. И посередине, после трех мы вот воздушные, вот смотрите, воздушная цепочка, одна петля, и сюда провязываем. Вот смотрите, здесь у нас еще так 1, 2, вот 3. Вот мы 3 провязываем. Сюда мы ничего не провязываем, мы уже идем на плечо. Идем вот на плечо. Смотрите, вот идем на плечо. И провязываем основную. У меня было 10 столбиков, а здесь я чуть побольше взяла. Вот как, какое количество? Например, вы берете 10, вяжете 10, берете 15, вяжете 15. Не увеличиваете, не уменьшаете, чтобы рисунок основной, плечо у нас, оно не было одинаковым. С двух сторон, и левое плечо, и правое плечо, мы так провязываем. В этом ряду мы не увеличиваем эти число петель, а в следующем мы будем увеличивать. Я вам показала, как увеличивать и как просто провязывать рисунок плеча. Вот смотрите, это уже вот крайний, последний столбик. И смотрите, вот здесь вот основной рисунок. Вот он. Мы сюда, где была воздушная одна петелька, туда проводим это крючок, оттуда мы ввязываем основной рисунок. В основной рисунок, вот обычный этот узорчик мы используем при провязывании реглана, когда мы вяжем вязаные вещи крючком. Вот этот же. Как увеличивать? Вот этот же узорчик мы здесь же также будем использовать. Смотрите, вот я шестой столбик провязываю. И здесь я пропускаю 3. Вот 3 пропускаю. И вот в четвертый столбик я провязываю. Это когда мы не даем возможность увеличиваться этим столбиком. Число столбиков здесь в этом ряду не увеличивается. В следующем ряду мы будем увеличивать. И за счет этого у нас, видите, появляется возможность встраивать рисунок основного ажура. Вот все, ничего сложного. Получается, мы провязали, вот видите, вот здесь, вот здесь, видите, вот веер помещается. Вот здесь уже помещается веер. Вот он. Значит, мы вот это количество петель здесь увеличили.
И здесь мы вот это строим. В следующем ряду также строим. И получается, что у нас вот эта часть увеличивается, вот эта часть увеличивается, а это плечо остается. Вот она, как вяжется плечо. Тут ничего сложного нету. Мастер-класс пришел к своему завершению. Всего вам хорошего. До следующих встреч.